Российско-китайский консорциум разрабатывает проект постройки высокоскоростной железнодорожной магистрали. Планируется, что старт работ начнется в 2018 году. Это первый подобный проект для России. Маршрут магистрали – Москва, Владимир, Нижний Новгород, Чебоксары, Казань. ВСМ свяжет столицы регионов единой трассой длиной в 790 километров с остановками в 16 населенных пунктах разной величины. Скорость движения поездов по трассе составит до 360 километров в час. Участок Москва-Казань станет частью магистрали Москва-Пекин. Это планы по реализации проекта «Шелковый путь», который свяжет Китай с рынками Европы и Ближнего Востока. И мы знаем, сейчас обсуждается проект высокоскоростной железной дороги. И мы мечтаем на таком поезде за 3-4 часа доехать до Казани из Москвы или наоборот. А еще меня интересует сотрудничество между Республикой Татарстан с китайскими провинциями. В связи с этим в Казань прибыли ведущие китайские журналисты. КФУ организует для гостей из зарубежья пресс-тур по поводу проекта постройки. У китайских журналистов имеется огромный интерес к России и Татарстану. Для нас это и возможность побольше узнать о Республике Татарстан, особенно о сотрудничестве между нами. Китайские журналисты рады приехать в Казань. Представители СМИ уже посетили достопримечательности города, а также запланирована встреча с президентом Татарстана. Артем Тупичкин, Диана Шилова, Ленардо Влетьяров, Универньюз.